Диалог у телевизора во время трансляции, значит, съезда или сессии, неважно. Диалог. Ой, Вань, умру от депутатика. Вот это точно не формал. За цеха наш товарищ Садюков на меню-клубе так орал. Ну, а вон тот похож, ты глянь, хоть раз с дивана-то привстань. Нет, нет, ты глянь, как лепит, глянь, как Ельцин, Вань. Ты лучше Зин не трогай Ельцина. Какой не есть, а он за нас. Ему ж не грош базарный день цена. И он в обиду нас не даст. Он, говорят, недавно Зин зашел в Нью-Йорке. Магазины там открыл в отделе вин, что прячут джин. Ой, Вань, гляди, как знакомый дяденька руками машет, как чумак. И вроде говорит все складненько, да не поймешь его никак. Ты тоже мог бы так, Иван, когда бы был пореже пьян и не дымил, как наркоман. Ты че, Иван? Ты, Зин, от гласности сдвигаешься. Ну как тут, Зин, не поддавать? Домой тверезым появляешься, а ты с Лукьяновым опять. От болтовни, от этой, Зин, мы точно будем пить бензин. Зайди в любой-то магазин, ведь пусто, Зин. Ой, Вань, гляди, голосование вчера вопрос-то не прошел. У них на прошлом заседании какой-то кворум не пришел. И ты всегда такой, Иван, то пристаешь как басурман, а как скажу давай, Иван, так ты в чулан. Ты, Зин, считаешь, он обязанный сидеть до ночи, как козел. Ведь это я тут как привязанный, а кворум взял да и ушел. Когда закроют 8, Зин, кто же его пустит в магазин? Он кворум, Зин, а не грузин. Смекаешь, Зин? Ой, Вань, гляди, закон о пенсиях. Сейчас начнут на кнопки жать. Я, Вань, на этих ихных сессиях волнуюсь, будто мне рожать. А ты за кого вообще, Иван? За наших, за которых глян? Ну чё молчишь, как истукан? Скажи, Иван! Ты где там наших, Зин, увидела? Ты, Зин, глаза свои протри! У них у всех там по 3 видео, а у тебя рекорд в кредит. У их с охраны лимузин, да спецпаёк, а наши, Зин, штурмуют винный магазин, как зимний Зин! Йоу!